Белорусский город Солигорск и Чедерлунга намерены возобновить сотрудничество и особенно в сфере торговли. Об этом заявили представители обеих сторон в рамках двусторонней встречи в Чедерлунге. Да, конечно, это предварительный разговор, в том числе, но на конкретные темы. Мы обсуждали, в том числе и с Сергеем Михайловичем Бузаджи, который здесь присутствует, вопросы поставок удобрений комплексных из Белоруссии. Предлагается для того, чтобы наши связи не были просто на словах, экономически обосновать это все, открыть торговый дом здесь у нас, в Чедерлунге, от города Солигорска и в городе Солигорске, открыть торговый дом от Чедерлунги, от Гагаузии, для того, чтобы наши товары могли поступить на рынок города Солигорска. Экс-глава торгово-промышленной палаты Гагаузии Петр Пашалы говорит, что на уровне торгово-экономических отношений с белорусской стороной уже есть достаточно тесные контакты. Что касается Солигорска, для нас это интересный регион, это уже Минская область. Там известные калийные на весь мир удобрения. В этом году они начали производить уже комплексные удобрения. Это азот, фосфор, калий совместно. И для нас это очень интересная тема. Отношения между двумя городами не должны базироваться исключительно на культурных связях. Необходимо сделать упор в экономическом направлении, считает заместитель председателя Солигорского райисполкома. В этом году мы планируем пригласить делегацию с города Чедерлунга на 55 лет города Солигорска. И надеюсь, что мы подпишем договор о сотрудничестве, новый договор уже в новом статусе и в новой ипостаси. И будем здесь предусматривать в этом договоре не только сотрудничество культурных связей, но и, конечно же, сотрудничество экономическое. Приехали посмотреть, как у вас тут развивается тоже строительная отрасль. Может, мы будем друг другу полезны как бы в этом отношении. Занимаемся и строительством инженерных коммуникаций, водоснабжения, канализации, благоустройства. Ну, пообщаться в неформальной обстановке, может, мы, да, бизнес найдет друг друга, я думаю. Белорусский город Солигорск и Чедерлунга стали городами-побратимами еще в 1996 году. Тогда же было подписано первое соглашение о сотрудничестве. Однако за прошедшие 16 лет было всего несколько встреч на уровне руководства двух городов.